Утро следующего дня. С добрым утром и хорошим днем. Муж, смотрю, продолжил копать. Участок скопал. Но клубнику еще не порыхлил еще. Порыхлит. Так, как сегодня погода? Что-то крокусы не хотят распускаться. Дождик, что ли, будет? А я вышла, посеяла. Вон там клематис у меня. Вот здесь вот. С обратной стороны открыла пакетик настурции. Там всего-то чуть-чуть. Порыхлила землю и сунула семена. Не очень я их свободно посеяла. Постаралась, чтобы они все рядышком были. Потом по этой вот, по это же сетка, вот это, чтобы по сетке тянулись. Не знаю, какие они, только у меня плетистые или нет. Так, а здесь начинают, смотрю, зацветать уже поактивнее. Вот эти. Они желтые, а на камере почему-то белые. Цветочки. Ну и также здесь еще и пролеска цветет. Вынесла лилию. Они у меня стояли в террасе. Но решила вынести, пусть привыкает немножко. Странный, конечно, апрель. Почки еще толком не распускаются на деревьях. А стоит летняя погода. Почти весь апрель летняя погода. Но природу не обманешь. Я думаю, что, наверное, растения чувствуют, будет еще холод. Даже березы не распускаются, ничего. Ну вот садовые немножко почки набухли, и все равно они что-то ждут. А почва готова. Можно уже и сеять, и сажать. Ну, хотя она не очень еще теплая. Но влага уходит. Вот это плохо. Влага уходит. Хорошо бы во влажную все посеять. Вот даже роза не торопится распускаться. Вот там вот смородина, вот это, немножко начала. Но опять же не торопится. Вот яблоня. Наверное, все-таки будет и снег, и холод, и все что угодно. В апреле у нас так никогда не было. У нас же бывает и в мае снег снова ложится. И в июне морозы бывают сильные. Вот. Рассада, конечно, перерастает. Вот отсюда я много уже в парник унесла. Подкормила вчера монофосфат калия. Прям посыпала порошочек и полила немножко. Немножко вот он не растворился, смотрю. Вот вишня, слива и не особо. Даже сирень, вот кусочек сирени виден. Тоже почки набухли, и все, листья не распускаются. Тополь стоит вот огромный, тоже без листьев.
что-то будет. Вчерашние усики мы пристроили. Муж вот здесь взрыхлил, и я их часто посадила. А в августе перенесу их на постоянное место. И тут муж, оказывается, много-много оставил усиков. Вот посредине, вон там, и по клубнике много. Вот я их все потом перенесу. Но эти я не буду трогать, пусть так сидят. И вот он землю, эту плантацию перекопал до дорожки. И сегодня опять рыхлил чеснок и подкормил селитрой. Вот этот.